Безопасность представлена системой правоохранительных органов, которая состоит из различных служб. В данном случае это МВД, ФСБ, ФСО, войска Национальной гвардии и так далее. На сегодняшний день существуют специалисты, это частные детективы, которые, с одной стороны, занимаются вопросами, связанными с расследованием дел частного характера, но помимо этого также и отвечают по ряду вопросов, связанных с безопасностью. Помимо этого, есть специалисты, занимающиеся непосредственно безопасностью бытового характера. То есть это те люди, которые просчитывают все риски, готовят человека к тем или иным ситуациям. Для силовой структуры устав необходим в связи с тем, что существует определенный порядок взаимоотношений, это порядок подчиненности в соответствии с так называемой лестницей иерархии. Силовая структура, само название структура, она и отличается от другой любой организации. С одной стороны, это все прозрачно, но есть определенные внутренние взаимоотношения. Для того, чтобы в последующем работать в системе правоохранительных органов, есть различные образовательные организации на территории нашего государства. Это как ведомственная образовательная организация, так и образовательная организация системы Министерства образования. И можно получить гражданское образование, в последующем пройти аттестацию, дальше работать уже непосредственно в системе правоохранительных органов. Второй вариант – это уйти непосредственно на последующее обучение в специализированные образовательные организации, такие как университеты, училища, где по окончании будет для выпускников предопределен дальнейший период прохождения службы. Первичное, как правило, это офицерское звание. Ну и дальше уже, естественно, выпускники будут выполнять соответствующие функции. В данный момент практически во всех структурах происходят какого-либо рода изменения. Где-то это определенные инновации, связанные с введением тех же самых компьютерных технологий, так как активно на сегодняшний день проявляется киберпреступность. Помимо этого, также добавляются различные технические средства, благодаря которым можно как можно быстрее пройти процесс раскрытия преступлений и установить виновность того или иного лица. В области права основные профессии, прежде всего профессии гражданского профиля, это адвокаты. Если мы берем систему правоохранительных органов, то это работники прокуратуры. В основной функционал входит непосредственно определение широкого круга задач и поддержание тех или иных правовых норм, действующих на территории нашего государства.